то вот этот дом. Ты глянь. Вот старый весик какие-то, рухлядь какая-то. Всем привет, друзья. У нас, короче, трындец, погода, апокалипсис. Все завалило. Пошли. Надо разгребаться. Короче, друзья, камеру себе купил. Стоит, блин, как крыло от Боинга. Надеюсь, сейчас картинка улучшится. По крайней мере, там монеты можно снимать, еще там кое-что. Всякие вещи такие мелкие, чтобы вам хорошо было видно. Блин, надо разгребать. Да, Лёль? Эй, барсук. Толстый. Лёль. Да, нормально так у нас тут замело все. Смотреть. Тут сейчас, короче, да эти проехали. Снегоходчики двое. Прям по асфальту, короче. Правда, асфальта-то нету. О, ветер какой. Блин, у меня весь гараж завалило. Надо все сейчас разгребать будет. Огребать. Да, трындец. Сейчас еще вам покажу эти мои покупки. За последние тут пару дней взял часы, да кое-что еще. И по старым вещам тоже расскажу. Так что смотрим, друзья. Сейчас сначала разгребусь, конечно. Только разгреб все. Но толку от этого, похоже, нету. Вот буквально полчаса не прошло. Смотрите уже, какой слой снега. Многие пишут в личку: Виталия, когда будет барахолка? Но, друзья, знаете, у нас уже, наверное, недели две, если не соврать. В общем, каждое утро градусник стучится в окно и просит, чтобы я его в дом пустил погреться. В общем, как-то так вот о погоде. Поэтому на рынок идти и что-то там снимать смысла никакого нету. Так что извиняйте, как погода наладится. Как погодка наладится, так будет ролик сразу же. Ну а в данный момент вот такая вот ситуация у нас. Метет по полной программе. Так-то, конечно, прикольно, красиво это все, но, блин, нелетная погода, в общем. Ну а сейчас смотрим, что я купил буквально тут пару дней назад. И плюс еще там кое-какие вещи. Многие спрашивали там в последнем ролике по барахолке, ко мне подходили цыгане и там что-то предлагали. Вот они мне что предложили. Вот такого вот петушка. На нем ребенку можно кататься. У него вот это дело поворачивается. Колеса все целые у него. Так вот он выглядит. Дальше многие увидели, когда мы торговали на рынке, вот такого вот мишку. Он внутри то ли солома, то ли опилки. Ручки и ножки у него на шарнирах. Ухо оторвано. Я не знаю, материал, что это за материал. Плюш или что это такое. Глаза, соответственно, уже похожи пуговицы. Кстати, большой и достаточно тяжелый. Лапы у него тоже работают. На шарнирах это все дело. В общем, вот так вот он выглядит. В руках, что в лапах что-то было, похоже, раз нитка вот такая торчит. Но точно не знаю. Дальше. Купил вот такую вот шкатулку. Под варенье можно, еще что-то там. Это 80-х годов, делались они из остатков люстр. Это не медь, это силюмин, покрытый, ну, медью, обмедненная, в общем. Типа гальваник, или как она называется. Вот такая вот штучка интересная. Стоит она 1000 рублей. Кстати, по медведю многие спрашивают, отдам за 1500.
Этого петушка я купил за 700, как и говорилось в видео. Даже торговаться не стал. Ну, они, потому что дороже стоят. Дальше на днях, смотрите, друзья, цыгане тоже принесли вот такие вот часы. Янтарь называются. Но они на батарейках. Корпус, я такие просто не встречал, из-за этого купил. Интересные. И полукруглые какие-то. Я не знаю, как они должны выглядеть изначально. То, что мне не попадалось. Может, у них какая-то должна быть типа подставки или еще что-то. В общем, кто знает, напишите, как они должны выглядеть. И что, или может кто-то фото пришлет на почту, там, ВКонтакте или еще куда-то. Дальше. Купил вот такие вот часы. Так, попробуем сейчас увеличить. Я еще не научился ими пользоваться, камерой, так что извиняйте. Такая вот молния, они полностью на ходу. Как вот она выглядит. В отличном состоянии, идут четко. Плюс с цепочкой. Вот такая вот цепь. Блин, вот метет вообще конкретно прям. СССР часики. Так, как тут? Во, так будет четко, наверное, видно. Крышка откидывается. Чик. Вот. Вот так вот они выглядят, друзья. Циферблат по краям что-то как-то потемнел. Но это не страшно вообще. Стекло все целое, корпус весь не затертый. На головке вот только немного есть затертость. Так, хорошие часы. Кому интересно, 1500 рублей продам. Дальше купил еще одни часы. Вот такие вот. Восток называется. Ну, это уже современная реплика, конечно. Так вот они выглядят. Блин, не научился я еще камерой пользоваться. Что такое? Так, они автоматик, то есть с автоподзаводом должны быть, типа противоударные, от влаги защищены. Они также на ходу. Блин, сложно еще пока. Уж извиняйте, что туплю с камерой. Корпус немного затерт уже, видите. Вот так вот. Головка у него. Ты работаешься? Здравствуйте. Да. Все разгребаются, соседи тоже разгребаются. Но толк от этого, конечно. Я думаю, через часа два можно опять выходить. Смотрите, опять все замело. Я разгреб, конечно, это все. Вон какую кучу нагреб снега. Метра полтора высотой. Ну, короче, скоро надо будет опять идти. В общем, вот такие вот часы. Они с автоподзаводом идут. Корпус, еще раз говорю, затерт. Взял я их за 500 рублей. В общем, кому интересно, если кому-то интересно, продам за 1000. Головка вот эта, так же, как на командирских часах, закручивается. Ну, типа, и типа она герметична. Блин. Чик, вот такие вот они. Ну, обычные мужские часы, по сути. Дальше что еще хочу показать. Купил кучу часов вот таких вот. Электронных, кварцевых.
Так, погнали. Первые часы. Тесот. Швейцарские. Дальше. Наши отечественные, российские. Что-то там с атомом связано. С другой стороны. Еще одни часики. Также Casio. И вот такие вот часы. Optimum. Optime. Не знаю, что за часы, поэтому врать не буду. Не попадались мне ни разу. И купил еще вот такие вот женские часы. Также Casio. У всех севшие батарейки. Нужно все это дело менять. Все, оригинал. Вот эти вот Casio. У них покоцанное стекло, но я потом более подробно про них расскажу. Вот эти часы, вот эти именно, купил вообще, там такая интересная история была. Я был у часовщика, и их принесла туда женщина. Он попросил поменять батарейку. В следующем видео я вам все расскажу, как эти часы вообще у меня оказались. Так, и купил еще одни вот такие вот часы. Называется «Ракета». В принципе, не в неплохом состоянии. И корпус, и циферблат, и стекло. Так вот они выглядят. Ну, даже идут, встряхнешь. Надо посмотреть, если идут, все хорошо, то ценник будет у них 700 рублей. А по этим часам, вот по этим, я расскажу. Ну, на днях сделаю видео вообще. Думаю, многим будет интересно про них узнать что-то новое для вас. Блин, все замело. Вообще фигачит по полной. И нисколько не хочет прям останавливаться. Жуть, короче. Купил немножко значков. Так, чуть-чуть увеличу. Вот такие вот спортивные есть. Так, ЖИСКа СССР, это у меня был значок, я его сюда прилепил. Тут все были спортивные. БГТО, 300-350 рублей. Хоккей тут, динамовские значки. В общем, вот такие значочки. Тоже как-нибудь покажу, по ценам расскажу. Колокольчик какой-то. Вот еще куча тут значков. Ну, тут в основном алюминиевые. Ну, кстати, почта значок вот такой вот. Многие их недооценивают, а его можно продать 100-150 рублей. Есть коллекционеры. Ну, я продавал, по крайней мере, за такую цену. Ну, космос какой-то здесь. Чик. Блин, еще не научился я ей пользоваться. Ваго какой-то значок. В общем, друзья, вот такие вот у меня покупки буквально тут на днях были. Медведь, еще раз говорю, он у меня уже был. Петуха я купил, тоже съездил после рынка. И вот часы мне, кстати, часы сейчас покажу. Корпус, вернее, интересен был мне посмотреть, что с ним. Они вот так вот раскручиваются, и очень тяжело как бы их открыть. А внутри вот такой вот механизм. На батарейках. Кстати, возможно, батарейку, если поставить, они еще и идти будут. Ходовое колесо. Значит, сломаны, что ли? Раз что-то тут бумажка какая-то. Там вон какие-то тоже цифры. Ну, это, наверное, после мастерских или после завода, не знаю. Итак, друзья, самое интересное. Хочу сказать спасибо огромное человеку. К сожалению, познакомиться мне с ним не удалось, так как кружка была передана на рынке моей супруге. Прошлые выходные мы на рынок ездили, но там было очень холодно, мы снимать не стали. В одном из последних роликов я сказал, что я хочу себе вот такую вот кружечку, и человек привез. Дружище, спасибо, блин, вообще огромное.
Теперь эта кружка будет всегда со мной на рыбалке, и везде буду ее таскать. Куда-то в дорогу поедем. Я давно хотел именно в идеале вот такую вот зеленую, типа солдатской кружки. Классная вообще. Блин, спасибо, дружище. Жму твою мужественную руку. Ну и все, друзья. Думаю, сегодня обзорчик вот такой небольшой моих покупочек. Если кого-то что-то заинтересовало, пожалуйста, пишите. Ссылки я всегда оставляю под видео. Там ВКонтакт можете написать, в Инстаграм, на почту, супруге моей, там в какие-то, например, тоже ВКонтакт, по-моему. А так мы будем закругляться, смотрите, вообще все замело. Когда я ворота открывал, тут вообще снега не было. Да, трындец вообще. Вот это метет. Вторые сутки без остановки. Фигачит вообще. Надо зум проверить на камере. У нас тут художник живет, у меня картины его есть. Вот он, разрисовал гараж, смотрите. У нас знакомого Александру такого тигра разрисовал. Нарисовал, вернее. Ну все, друзья, давайте. Блин, руки уже замерзли. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, поддерживайте. Всем мира!